Всем привет, дорогие мои друзья, мои подписчики, гости моего канала, мои бравенькие девочки, мои матушки, я вас всех приветствую. Зубы еще не выросли? Нет. Сегодня мы с вами готовим ПП-торт за 3 минуты. Сегодня я ела, доедала, дожаривала свои оладушки из кабачка. Мы возьмем сегодня большую, так сказать, порцию, 2 банана. Можно делать из одного. Если 2, значит все по 2. Ну, грубо говоря, да? Значит, мы берем 2 банана, 2 яйца и 4 ложки какао. На этом все. Все ингредиенты готовы. Не хочу брать миксер, поэтому сейчас разломаю в тарелке. Надо обязательно как следует растоптать бананчик, туда добавить 2 яйца, еще раз размешать, добавить туда 4 ложки какао. Какао я взяла, я уже не помню, где я его брала, я взяла какой-то дешевый, но самый лучший — золотой ярлык, это нет сомнения. Но у меня дома не оказалось ярлыка, буду с этим готовить. С этим готовила уже, и получилось прекрасненько. Настроение шикардос, хотя проснулась я не было 4 часов утра, в 7 часов я пожарила себе блины, дожарила вчерашние, я слопала их штуки 3, наверное, и вот один остался, мне не осилить. Вот такие дела. Девочки, наверное, не буду больше показывать вам, что я покупаю себе. А знаете почему? Когда человек у меня спрашивает, дайте ссылку, мне неудобно не дать. Но с другой стороны, это вроде как идет реклама, тем более бесплатная. Нет, для своих девчонок мне не жалко, я и ссылку дам, и все, но люди разные сейчас, что там говорить. Один с доброй душой, другой, сами понимаете, с камушком за пазухи, так скажем. Поэтому, девочки, не обижайтесь, ссылок больше давать не буду, но и показывать, наверное, не буду. А еще, что меня больше всего раздражает, ну, не раздражает прям так сильно, а просто, ну, как бы, понимаете, у меня такое впечатление, ну, мне так кажется, что вы обо мне думаете. Вот вы пишете там, а дайте ссылку. Ну, думаю, вроде как не дам. А я же могу быть в метро, в автобусе, там и по делам, по каким-то. Я же не только снимаю ролики и сижу вот так в телефон, жду, когда мне дадут. Ну, кто-то напишет. Правильно, девочки? Не обижайтесь, мои миленькие. Но, наверное, на этом мы закончим. А тем более сейчас с этими ссылками просто я как бы... Ну, опасаюсь. Не хочу я. Я не хочу себя подставлять. Я могу вот так просто показать. Вот вчера выкупила вот такие шлепанцы. Стоит 199 рублей. На Валберес. Сходите, посмотрите и купите. Ну, какие проблемы? А так получается, я вас как бы как по наводке туда веду. Итак, мы не отклоняемся, мы не отступаем. Мы берем 2 банана. Да, девочки, он не калорийный. На 100 грамм, я не знаю, там сколько выходит калорий. Но если вы ничего не едите, если вы очень соблюдаете калорийность, это не для вас. Я вам так скажу. Не-не-не-не, ни в коем случае. Я хочу разбить яйца, но боюсь в общий котел. Нет, не пахнет. У меня попалось, короче, одно яйцо говёное. И пришлось выбросить все. Нет, не пахнет, слава богу. Ну, в общем, 2 яйца расколотили. 2 яйца добавляем вот сюда, в эту массу. И вот так аккуратненько взбиваем. Взбиваем аккуратненько. Все это прокручиваем как следует. И берем наше какао. Какое есть у вас какао? Дешевое, дорогое, я там не знаю. Какое есть дома, такое и делайте. И сюда насыплю я 4 ложки какао, потому что у меня двойная порция.
Если один банан, одно яйцо, две ложки какао. Я вчера сделала девчонке массаж. Сегодня у меня вся спина болит. Она там нажимала на какие-то точки. Но, наверное, больше не пойду. Хотя не знаю, не буду. Ну, как бы, я от массажа всегда... Вот эти пробные массажи, это выброшенные деньги, я вам так скажу. Почему я досыпаю без ложки? Потому что у меня были неполные ложки. Вот почему. Девочки, 4 столовые ложки. Повторять не буду. Переписывать еще 5 раз не буду. Отвечать, дайте сколько чего положить, не буду. Девочки, не драконьте меня лучше. Понимаете? Мне иногда кажется, что вам просто заняться нечем, поэтому вы мне пишете, а что, а вот это... Один банан, одно яйцо, две ложки какао. Все, весь маршрут, весь рецепт. Берем вот так вот это все, сдабриваем. Все как следует вымешиваем. Вымешиваем до массы. Никакой муки сюда больше не идет. Не надо задавать вопросы. Понимаете? Если понимаете, я очень, девчонки, рада. Очень. Не надо делать тут сценарий, типа кто-то что-то не понял. А что это без муки? А что это без... Да, это без муки. Это вот просто какао. Две ложки какао, одно яйцо и один банан. Все. Никакой муки. Не задавайте, девочки, вопросы. Я не понимаю. Мне кажется, иногда... Ну, не кажется. Это так и есть. Раньше, во всяком случае, за комментарии платили. Есть такие сайты, которые... Ну, которые подвязаны с людьми. Ну вот. Я уже тут, знаете, устала особенно на Ютубе блокировать. Там приходят барышни, знаете, аферисты. Сейчас очень много аферистов. И, например, если вы где-то видите, что я в день зарабатываю 4000, там, приходите, тролливали. Девочки, никогда не покупайтесь на дешевую ловушку. Я, конечно, стараюсь быстрее заблокировать, если вижу, если я не занята, чтобы вы, не дай бог, это что-то где-то увидели. Значит, в чем заключается его быстрота этого тортика? Он очень вкусный получается, он не калорийный получается, и получается, что очень у вас вкусненький будет, так сказать, десерт. Так, нам надо его переложить в хорошую посудину. А посудина у нас будет какая? Я пока не решила, девочки. Но в этих резинках дома, конечно, я их купила не для дома. Я просто сегодня думаю, дай-ка я одену. Я взяла себе 39 размер. Они, конечно, вот так свободненькие. Но мало ли соберусь на море. Девочки, а я вам сказала, что... Ну что, в чашку, что ли? В чем сделать-то? А, сделаем вот этой хиромантии. Такой миски сделаем. Так, я хочу, чтобы оно отошло по-быстрому. Капельку, совсем капельку. Так, потом берем... Хотела опять рукой, но мы же модные. Мы же блогеры. Ой! У нас теперь все есть. И кисточки, и ваточки, и палочки. В общем, вот так масло это размазали. Так, ну и я думаю, я вам предложу, наверное, сюда немножко разрыхлителя. Хотя не знаю, он идет сюда или не идет. Ну, капельку совсем. Я не знаю. Ой, надо или нет. Испачкала. Ну ладно, я его весь высыплю и выброшу. Тут на дне уже. Сейчас мы его разрыхли. Ну давай. Когда не надо, то не заканчивается. У нас сегодня пасмурно. Слава богу, солнца нету. Это в Питере, представляете? Слава богу, мы говорим, что солнца нету. Но нет, мне вот эта пекарня на улице точно не нужна. Это вообще... У меня машинка просто не выключается. Придешь, откуда надо стирать. Зайдешь, стирать. Все потное, без конца. Это хорошо, что стиралка есть. Вчера разговаривала со своими американцами.
моя изюминка вчера на связь выходила. Так, девочки, и выливаем в какую-нибудь посудинку этот наш шикарный торт. Графские развалины. Можете назвать его, как вам понравится. О, это ж бубль-глум. Красота. Я сегодня, наверное, никуда не пойду. Не уговаривайте, девочки, не пойду. Ух ты, бляха, на ложке какао не размешанное. Ну ладно, сейчас мы его туда взобьем. Да, девочки, я не очень культурная. У меня нету перчаток. Я сама для себя готовлю без перчаток. Многие в перчатках сейчас. Сейчас же все, не дай бог. Сейчас же надо прям... Ой, если как какие-нибудь деревенские показывают, в бочке сполоснули там морковину или что. Ой, столько хейта получат. Боже мой. Вы бы видели, как мы росли. Господи, хейтеры. Так, ну ладно. Мы с вами молодцы. Это начало положено. И потом мы переходим к микроволновой. Открываем микроволновую, ставим микроволновку и выставляем время. Я поставлю 4 минуты. Так, раз, два. Ой, 4:30. Ну ладно. А мы пока этим временем готовим начинку. У меня мягкий творог. Мы его открываем. Так, девочки, давайте погадаем, как гадалки. Завтра мне зубы отдадут, как думаете? Ой, мне кажется, что нет. Ну, почему-то нет. Мы сегодня с подружкой уже тоже гадали. Я говорю, ну что, отдадут? Она говорит, ой, не знаю, с твоей компанией. Я вот мошки, наверное, от яблок. Яблоки-то я так и не сделала. Сегодня же праздник. Яблочневый спас. Конечно, яблоневый спас. Значит, что я делаю? Одну ложечку сакзама, мягкий творожок. Все это вместе мы размешиваем. Берем ложечку и мягкий творожок, вот этот, все перемешиваем со сладким сакзамом. Поэтому он и диетический. Я еще приготовила кокосовую стружку. Вы можете взять орешки, немножко их скалочкой пораздавить. Можно какие-то семечки, без разницы. Сейчас мы его смажем, пусть он у нас пропитывается. И потом я после обеда его половинку, может, и съем. Пока не хочу, девочки, я наелась. Так вот. Я посмотрела, опять вам скажу, про санаторий. Ну, наверное, буду искать санаторий, но не сейчас, наверное, на сентябрь. На сентябрь месяц, и, наверное, я уеду в санаторий. Потому что отдавать деньги за вот такие разовые массажи, ну, смысла нет, да, девчонки? Ну, нет смысла. А там все-таки сколько-то назначат, плюс доплатишь, и это будет комплексный такой подход. Я, наверное, не знаю, собираться буду. Конечно, в Белоруссию, конечно, это даже не обсуждается. У меня сейчас подружка отдыхает в хорошем санатории, она второй раз там. Ей очень нравится. Но я там не была, поэтому не знаю. Но она говорит, недорого. Но я поеду, скорее всего, по знакомым местам. Правда, там нет бассейна, но он мне и нахрен не нужен, этот бассейн. Потому что у меня тут свой бассейн. Так, а мы готовим тарелку для нашего тортика. Так, ставим тарелочку. Там вам все видно? Вот так лучше, да? Кокосовая стрижка без добавления сахара. Сейчас мы сделаем. А ну посмотрим. Откроем, проверим. Что ты, моя матушка, тут? Хо-хо-хо-хо! Не знаю, спекся или нет. Чего-то он вылез.
вылез весь. Блядь, какая баба красивая. Да чего же я красивая? Как помните, может, в молодости кто говорил, да чего же я красивая, кому же я достанусь? Так что завтра я выйду, у меня будет голливудская улыбка. Завтра выйду из клиники. И все, хана мужикам. Пачками будут падать, пачками, девочки, пачками. А что? Скажут, ой, какая дама красивая, как вы, женщина, бабушка. Не хотите ли, бабушка? О, что получилось у нас. Все вышло из берегов. Ой, бляха, полотенце испачкало, жалко. Ну ладно, машинка постирает. Пусть тут все сохнет. Все тут вспотело. Ой, короче, я вчера наговорилась со своими пикусятами. Девочке нашей второй 1 месяц, она уже во всю и голову держит и разговаривает. Я не понимаю, что сейчас за дети, какие дети. В наше время, мне кажется, было по-другому. Хотя, наверное, у всех по-разному. Так, ну что ты тут у нас? Пропекся тортик? Тортик. Мне надо сегодня маленько подубраться дома. Мне надо сегодня немножечко подпылесосить, потому что мне нужно срочно, девочки, домработницы, срочно. Потому что я не справляюсь. Так. Потому что я ни хрена не делаю. Вот почему я не справляюсь. Ой, посмотришь на деревенских женщин, бедненькие. И огород, и там, и сям. Ой, я бы, наверное, уже не смогла. Горячие. Торт получился просто высший класс. Сейчас я вам покажу. Девочки, это я просто болтаю много. Вот такой получается тортик. Он очень вкусный. Очень вкусный, очень. Сейчас он маленечко подостынет. Я выключу пока. Так, смотрите, я разрезала. Он еще, конечно, горячий. Я разрезала на 3 части. Вы можете разрезать хоть на 8. Так, я предвижу ваши вопросы. Вы скажете, какой же он диетический, если он из банан. Девочки, никого не принуждаю, не заставляю. Никому ничего доказывать не буду. Но это торт ПП. Он считается без сахара. И он, его уже давно все девочки, которые худеют, молоденькие, ну, трицологи, всякие там цологи, они давно все высчитали, сколько идет на 100 грамм. Поэтому, пожалуйста, не пишите, не задавайте мне вопросы, что бананы это не диетические. Я с вами соглашусь, бананы не диетические, вам лучше их не есть, иначе у вас попортится фигура. Мне бананы можно. А вообще, я вам так скажу, девочки, не слушайте никого. Кушайте все в меру и все подряд. По чуть-чуть. Но не забывайте потом это все отработать. А отработать мы можем как? Очень просто. Пойти погулять на улицу. Видно ли вам? Пойти походить 10 тысяч шагов свои. Или ровно 1 час без перерыва. Засекли время и пошли. Если у вас ножки не больные, можете темп прибавить. Если ножки болят, просто потихонечку идите. Если вы можете скандинавскую ходьбу и палки купить, тоже отлично. Поэтому, девочки, все можно кушать, но надо отрабатывать. Но, естественно, желательно, чтобы это не были шоколадные конфеты. И чтобы это не были... Конечно, никакие печеньки. От печеньек мы с вами убегаем. Девочки, да вы все знаете про этот тортик.
Ну, а мне же надо вам что-то показывать, поэтому вот так. Опять пальцем снимаю. Да-да-да, я уже предвижу. Ой, она там пальцем, ой. Девочки, я же для себя готовлю, понимаете? Для себя. Вот такой красивый торт. Вы можете украсить ягодками, вы можете украсить, вот как я, стружкой кокосовой. Вы можете украсить орешками, предварительно их скалкой размять. И все. Шикардос, шикардос. Так, девочки, у меня к вам просьба, особенно к моим белорусским, к славянским подругам, чтобы они мне написали, в каком санатории, если они бывали, то как, чем понравился и какой профиль лечения. Мне это очень важно. Да, девочки, я блогер, мне надо что-то вам показывать, ну и, соответственно, надо мне куда-то ездить. Я посыплю кокосовой стружечкой. И потом поставлю его пропитываться. Пока он постоит немножечко тут, пусть остынет до конца. А потом я уберу его в холодильник. Вот такие вот пироги. Вот такие пироги. Сегодня, я думаю, нам надо встретиться в прямом эфире. Как вам тортик? Графские развалины. Горячий еще. Убирать не буду. Спасибо, девочки, за просмотр. Спасибо за комментарии, спасибо за открыточки, кто посылает мне на Дзене. Для меня это очень важно. Спасибо вам огромное за лайки. Спасибо, что остаетесь со мной. А я уже задолбалась ходить без зубов, у меня уже нервы не выдерживают. Посмотрите, какая я сегодня. Вот такая барышня. А тапочки какие? Ой, девочки, я вам сейчас покажу трусики, сейчас. Сказала, не буду показывать, но покажу. Девчонки, это китайские трусы. Они продаются на Валберисе по 4 штуки. Расцветка есть вся. Посмотрите. Что понравилось мне, закрывает хорошо попку. Они высокие и очень хороший трикотаж. Ссылку давать не буду, ни на что больше ссылку давать не буду. Мне некогда ссылки вам, ссылки, артикулы и все прочее. Если мне заплатят эти китайцы, я с удовольствием вам покажу. А так просто я вам чисто по-дружески. Классные трусы, классные. И самое главное, что здесь, видите, штучка, это все как положено. Короче, шикарные. Всем пока, всех люблю, всех обожаю. Девочки, не обижайтесь, но такая жизнь. Пока-пока.